Всем привет! В эфире НТВ афиша выходного дня. И я ее ведущий Владислав Горин. В ближайшие несколько минут вы узнаете, как интересно с пользой для тела и души провести предстоящие выходные. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Труппа Волгоградского музыкального театра порадует своих зрителей постановкой мюзикла для всей семьи «Варвара Краса. Длинная коса», написанная композитором Владимиром Баскиным и автором либретто и стихов Евгением Муравьевым, по мотивам сказки о царе Берендее Василия Жуковского, основой которой стала русская народная сказка, рассказанная няней Ариной Родионовной маленькому Пушкину. Зажигательный мюзикл учит добру, затрагивая в повествовании важные жизненные ценности. Костюмы и декорации сделаны в лучших традициях музыкального театра. Их спектакли заняты солисты-вокалисты, артисты хора и балета. А музыка такая, что всем зрителям в зале захочется подпевать и танцевать. Маленькие гости Волгоградского планетария в эти выходные отправятся в настоящее приключение по спасению солнечного света вместе с дедушкой и его юной помощницей Зоей. Наши герои мирно живут на своем ранчо, пока однажды их спокойствие не нарушает странное событие. Свет солнца стал меркнуть и как будто исчезать. Не теряя времени, они летят в космос, и, к счастью, у дедушки в гараже спрятан старенький межпланетный корабль. С помощью знаменитого телескопа «Хаббл» наши герои видят, что вокруг звезды образуется странное облако из газа, которое выпускает неопознанный летающий объект. Чтобы остановить его, им нужно решить три загадки, а поможет им в этом знание теории света. Удастся ли дедушке и Зое спасти свет, узнаете уже в эту субботу. Сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея приглашают жителей и гостей города совершить увлекательное путешествие во времени и перенестись почти на два века назад в Старый Царицын. В этом им поможет мероприятие «Честное купеческое». Посетители узнают о том, каким были царицынские купцы, вершившие судьбы города во второй половине 19 века. Как они зарабатывали миллионы, конфликтовали между собой, переживали личные трагедии и творили добрые дела на благо города. Также гости услышат о развитии транспортной инфраструктуры, торговли и промышленности в Царицыне, увидят сохранившиеся редкие документы и фотографии, предметы быта, а также журналы и газеты конца 19-го, начала 20 века, из которых в Царицыне узнавали о важнейших событиях в жизни города. Творческий коллектив Волгоградской филармонии приглашает в эту субботу погрузиться в волшебную атмосферу святочной недели и приятно завершить череду новогодних праздников вместе с оркестром русских народных инструментов имени Николая Калинина под управлением заслуженной артистки России, лауреата Государственной премии Волгоградской области Галины Иванковой. Шедевры русской и зарубежной оркестровой классики, вокальные номера в исполнении солистов филармонии соберут единое музыкальное кружево в программе «Крещенское волшебство». Настоящим праздничным сюрпризом станет святочная кантата «Матушка Мария» Владимира Беляева в исполнении оркестра, народного ансамбля и академического хора Волгоградского государственного института искусств и культуры. Колоритное звучание народного оркестра, чарующие переливы звончатых гуслей в необычном сочетании с богатейшими тембрами органа и мощным хоровым многоголосием погрузят слушателей в атмосферу народных святочных гуляний, подарят заряд хорошего настроения и ярких эмоций. Сотрудники Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова представляют юбилейную персональную выставку Георгия Матевосяна «Я почти рядом». Она отражает общее для каждого человека стремление к пониманию себя и своего ближнего. Работы мастера называют философскими, они выталкивают зрителя за пределы обыденности. Экспозиция представляет более 60 произведений Георгия Матевосяна, только малую часть от написанного мастером за 50-летний творческий путь. Выставка по-настоящему способна погрузить в удивительный, двоякий мир вашего подсознания и заставить взглянуть на окружающий мир под новым углом. Мировые рок-хиты, симфонический оркестр, солисты оперы и балета и непередаваемые эмоции – все это вас ждет в эти выходные на сцене театра Царицынской оперы. Оригинальный проект «Рок-ностальгия», созданный дирижером Сергеем Гринёвым и балетмейстером Светланой Яковлевой. Это настоящее шоу, где эмоции и настроение публики имеют огромное значение. В нем прозвучат оркестровые обработки мировых хитов,
культовых рок-групп и легендарных музыкантов, а также музыка отечественных рок-коллективов. Оркестр театра переместится на сцену, исполнение песен сопроводят визуальный видеоряд, выступления солистов и артистов балета. Здесь каждый слушатель сможет найти именно то, что отзовется в его душе. Незабываемые кавер-версии любимых треков, мастерство и увлеченность исполнителей подарят массу положительных эмоций и заряд неиссякаемой энергии. Посетителей Старой Сарепты в это воскресенье ждет экскурсия по самому большому сохранившемуся архитектурному комплексу, построенному колонистами-гернгутерами. Гости познакомятся с религией, культурой и традициями сарептян, увидят церковную площадь и старинное подземелье 18 века. Для посетителей также откроет свои двери и сарептская кирха. Гостей ожидает настоящий мини-концерт, на котором им предстоит насладиться живой музыкой. Ну а если предстоящие выходные вы решили провести дома, то команда МТВ подготовила для вас новые выпуски увлекательных программ. Много интересного и познавательного можно найти на информационном портале ntv.online. Заходите и наслаждайтесь просмотром передач, подготовленных моими коллегами. Рекомендую к просмотру программу «Профессии и люди». В новом выпуске специалист Волгоградского регионального ботанического сада Ольга Макарова рассказала, какими навыками и знаниями в области растениеводства, садоводства и ландшафтного дизайна должен обладать цветовод-декоратор, специалист по уходу за растениями. Ну а на этом у меня все. Хороших вам выходных. И помните, вокруг вас происходит много чего интересного. На это нужно просто обратить внимание.